врачи кричат грачи, опять весна, Наталья Павловна худеет. Уже почти 4 дня, нет, 5, но злополучная бандо не нарезает ни с пушапом, ни отдельно. Пора диету поменять опять. Хваленый телевизионный гуру врал про стройную фигуру, с горя, что ли, блинчиков напеть, дрожей полно чего беречь. Банкетный зал, корпоратив, богатый стол, Наталья Павловна звереет. Весь коллектив назло ей жрет и пьет. Всем нахамила, подралась, теперь уволят, на такси домой скорее. А дома только холодильник ждет. Давно за 30-40 нет мужчины, чем бы заживать кручину, так и быть эклер, еще эклер и банка пива, что ж теперь? Трещат весы, весна давно прошла, завяли перспективы блистать на пляжах Сен-Тропе и Кан. Наталья Павловна зато абонемент на курсы йоги оплатила, чтоб через год уже наверняка. Ну а пока поставлена задача отпуск коротать на даче, где мычат коровы к сентябрю и свиньи хрюкают хрю-хрю. У-у-у.